поздравляю с наступившим 2015 годом. Желаю, чтобы в этом году мы были идеальными людьми. Класс. Я считаю, что это чудесное пожелание для всех. От тебя хочу добавить, что я желаю, чтобы во всем мире, особенно в Украине, был мир. Чтобы наконец-то украинский народ, наконец-то все мы были счастливы, счастливы в мире, в здоровье, в любви. И самое главное, я желаю всем любви, потому что любовь – это самое-самое огромное, самое невероятное чувство, самое большое чувство, которое может объединить людей. Поэтому всем мира и любви в следующем году. С Новым годом! С Новым годом! А самое главное – получать зарплату в долларах, а лучше в евро. С Новым годом!